Рынки стран Персидского залива относят к премиальному сегменту, и выйти на них производителям не так просто. Однако те, кому удалось заинтересовать заморских покупателей, могут по праву гордиться своими достижениями. Солигорская птицефабрика впервые познакомила со своей продукцией арабские страны в феврале этого года на международной выставке продуктов питания и напитков «Галфуд-2021», которая проходила в Дубае. Сотрудничество продолжилось в ноябре на всемирной выставке «Экспо-2020». Очередной визит солигорских производителей в Дубай принес еще один значимый контракт. Конечно, было очень приятно, что мы представляли Минскую область на такой всемирной, скажем так, выставочном форуме. И это была еще очередная возможность представить свою продукцию на таком премиальном рынке, как арабские страны. Представляли мы свою, конечно, готовую продукцию. Это копченые яйца, маринованные яйца, перепелиные, куриные. Инновационность своей продукции мы тоже подтвердили, потому что мы участвовали в конкурсе «Инновация-2021», которая в рамках этой выставки проходила. И наше копченое яйцо вошло в тройку финалистов из 200 представленных мировых инновационных продуктов. Сегодня солигорская птицефабрика делает акцент на переработку, ведь обычным сырым яйцом никого не удивишь, поэтому производитель ищет новые варианты подачи древнейшего продукта питания. Вареные, копченые и маринованные яйца пришлись по вкусу покупателям во многих странах. Во время пандемии, когда многие производители теряли рынки сбыта, солигорская птицефабрика их наращивала. Позитивное то, что мы смогли в это непростое время расширить рынки сбыта. Все-таки вот эта проблема, нехватка продовольствия, пандемийное время, оно ощутимо. И поэтому у нас очень солидная прибавка в странах, с которыми мы начали сотрудничество. Это 16 стран на сегодняшний день. В их числе, ну, это стандартно Российская Федерация, но кроме них это сегодня Украина, Абхазия, Азербайджан, Кыргызстан, Молдова, арабские страны Ближнего Персидского залива, значит, Сербия, которая граничит сегодня с Евросоюзом. Не снижается спрос и на основную продукцию. По итогам года солигорская птицефабрика рассчитывает произвести 340 миллионов куриных яиц и 108 миллионов перепелиных. Последние сейчас пользуются повышенным спросом. Поэтому их выпуск и переработку планируют наращивать. В начале следующего года на птицефабрике внедрят автоматизированную варку перепелиного яйца. Уже закуплено новое оборудование. В планах также строительство перепелиной фермы и очередные новинки для покупателей.